Всем привет! Сегодня у нас покупки с магазина Fix Price. Давайте посмотрим новинки вместе. Вот такая подставочка. Это у нас подставка для губки на кран. Мне понравился дизайн. То есть сама часть такая прорезиненная, как бы внутри. Ну или пластик такой мягкий. А сверху, как украшение, вот такая вот корзина. Ну, были расцветки разные. Здесь вот такое крепление идет. То есть на любой кран можно подобрать. Защелкнул и повесил. И очень удобно. Стекает вся лишняя жидкость. И красиво смотрится. Так, следующая покупочка. Я покупаю уже не первый раз такие печеньки. Это называются у нас обаяшки, декорированные глазурью. Сделано по ГОСТу с посыпкой с сахаром. То есть очень вкусные, рекомендую, 55 рублей, очень большая пачка. Здесь такой лоток прям идет внутри, пластиковый, в нем вот эти печенья сами находятся. Форма у них разная, красивые все, они политы шоколадом, но вкусный шоколад, никак бывает возьмешь, никакой. Так, и сколько ж тут вес, сейчас скажу. Вес 420 грамм. Очень вкусные, посыпаны еще и сахаром, то есть рекомендую. Следующая новиночка. Вот увидела вот такие разные гаджеты для кухни, но купила лопатку кулинарную из этой серии 27 сантиметров, 55 рублей стоит. Удобная ручка, были еще бежевые оттенки, я взяла вот такой вот белый с серым. Мне понравилась форма, очень удобно будет мешать, то есть под наклоном идет угол, вот такая лопаточка. И вот здесь вроде как она, хорошо, что нету зазора. Бывает, купишь лопатку, и туда все постоянно попадает, и каждый раз промывать очень неудобно. А это прям классненько, 55 рублей цена. И еще из кухонных вот такой взяла половник. Этот уже по 77 рублей из другой серии. Хотя металась между вот таким, тоже такой же формы, маленький. Заметьте, это маленький такой небольшой половничек. Я взяла для блинов. Мне понравились вот эти вот краешки. Специальные такие выступы, чтобы было удобно наливать тесто. Ну и ручка такая, как под дерево сделана. Но на самом деле это, по-моему, пластик. 77 рублей, еще раз скажу. 30 сантиметров длина у него. Ну, очень хорошая вещь. Есть такого же плана, вот такой половник, но вот с такой ручкой. Только там нету вот этих уголочков. Вот они меня больше всего и подкупили. Так, следующая покупка. Чай Липтон. Сладкая липа. 27 рублей цена. Покупаю тоже не первый раз. Вкусный чай, приятный, полезный. Вот последнее время почему-то как-то я стала такие чаи покупать, которые какую-то хотя бы пользу приносят организму. Наверное, возраст все-таки уже. Так, дальше. Набор автоматических шариковых ручек. Здесь у нас... Ой, сколько ж тут штук? 8 штук за 55 рублей. Синие чернила. Так. Ну, вроде везде все запечатано, мягкое письмо, но не буду открывать ручки и ручки. Вот, вот так вот покажу вам. Они тут на пружинке, то есть щелкаются, защелкиваются. Очень интересные ручки, хорошие, приятные. Так, следующая у нас покупка 50 рублей. Стельки 4 пары. Идеально подходят для летней обуви, содержит натуральный хлопок и целлюлозу. Вот посмотрите, как они выглядят. Они такие тоненькие, вроде бы на вид. Интересные. Здесь можно вырезать по размеру ноги. Давайте одну какую-нибудь достанем, посмотрим. Взяла сыну в кроссовки. Ну да, такая вот, так они прочные прям на ощупь. И здесь вот даже видно, размеры нарисованы. Я не знаю, видно, нет в камеру. То есть можно даже вот по ней, тут видно прекрасно. По размеру ноги вырезал и вставил. И не жалко выкинуть, как бы 4 пары. Это получается 8 штук, значит, здесь. Впереди лето, ноги потеют все равно. Так, следующая покупка. Обожаю вот такие жвачки, но всегда были зеленые. А это вот сегодня заметила, вот такие свежие мята, синие, по 18.30, по-моему.
Очень вкусные. Я всегда такие стараюсь брать. Мне нравится. Хотя они быстро в них действие проходит. Это мятное. Но, тем не менее, их приятно жевать. Следующая покупка интересная такая. Это тоже новинка. Набор овощей чисток. Две штуки. Итак, что у нас тут нарисованы? Вот какие они есть. Были серые цвет и вот такой. Ну, может быть, еще какой-то, но я пока такие только заметила у нас в магазине. Здесь посмотрите, как интересно сделано. Вставлена одна в другую. Вот такие две штучки. Вот этой штукой я знаю, что можно морковку корейскую нарезать. Морковь, то есть по-корейски. Вот с помощью вот этих зубчиков у меня аналогичная есть, но я как-то редко ими. Вообще я не пользуюсь, честно говоря, такими овощечистками. Я привыкла ножом чистить картошку там и так далее. Но иногда нужно плоско вот слайсерами нарезать, допустим, огурцы или что-то такое, вот сыр. Ну, можно попробовать. Просто понравился дизайн, честно скажу. 77 рублей стоимость. И то, что их тут две штучки, удобно, правда, что вот так положил, и все, две штуки в одном. Следующая покупка, ну, это, наверное, больше как детский сад во мне проснулся. Ребенок вспомнил из детства, вот такие были у нас на палочке ветродуи или мельницы ветряные. Это украшение для сада. Стоит оно 99 рублей. Вот такая конструкция. Давайте откроем, посмотрим. Ну, увидела и что-то такого яркого, красивого захотелось в свой огород поставить, свои цветочки. Так, здесь у нас что? Вытряхиваем все. Так, значит, здесь у нас... Ага, без бутылки не разберешься, да? Сама вот эта штучка, значит, тут все у нас скрепляется с помощью вот этих креплений. Вот. Ну, я думаю, разберусь потом, что куда вставляется и что куда крепится. Вот так на нее одевается штука эта, приклеивается еще где-то здесь вот эта бабочка. А, она вот идет, видите, с тыкалкой с такой, как ее назвать, вставляется и все это крутится вот таким образом. Ну, я думаю, будет интересно. Попробую, короче. Так, и последняя покупка на сегодня, но она самая из всех дорогая. Давно хотела, увидела я ее у кого-то на канале в обзоре. Ну, по полочкам люди ходят, снимают в Экспрессе. Я всегда смотрю, что же там интересного привезли. И вот увидала, что такие есть подставки для яиц в холодильник. У меня свои курочки, и бывает, что яиц много, и в тепло, особенно летом, их держать желательно в холодильнике. Поэтому я вот ее и приобрела. На 30 штук она рассчитана. И при желании можно покупать две и ставить одну на другую. Ну, написано, что в любой холодильник подойдет. Здесь есть такой выступ для руки, то есть можно вытаскивать вот так, выдвигать. Ну, и знаете, так на вид она прям прочная, такой вот пластик такой приятный, прочный. Стоит 249 рублей, конечно, не дешево, но оно того стоит. Один раз купил, и, как говорится, и внукам достанется после. Все, на этом заканчиваю обзор. Покупок было немножко, но тем не менее они интересные, и хотелось поделиться с вами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Всем спасибо за просмотр. Всего вам хорошего и до новых встреч.